Утки пойманы на намешанной 80. Целая спасательная операция развернулась вокруг семи утят в Петропавловске. Малыши оказались во дворе частного дома. Они забились под машину, а их пернатая мама, увидев людей, испугалась и улетела. Больше к этому месту птица не возвращалась. На помощь птенцам прибыл госинспектор природоохраны. Он отловил их, посадив в картонную коробку, а после отвез к Култучному озеру и выпустил. В этот момент в водоеме находилась другая утка со своим выводком. Заметив малышей, она позвала их, и они к ней поплыли. Вот их забирает удочка другая. Сразу после этого объединенное семейство направилось на середину озера. По словам специалистов, усыновление чужих птенцов для уток скорее норма, чем исключение. Они нередко принимают под свою опеку птенцов, оставшихся без родителей. В скором времени новая мама научит утят добывать для себя разнообразную пищу, а уже в августе пернатые дети станут полностью самостоятельными.